Всем привет! Я Алина Сованенко, город Челябинск. Мне 43 года. Я являюсь участницей проекта «Банда Стань легче» под руководством Натальи Бандуриной и Татьяны Юнаковой. В проекте уже прошло 9 моих недель, и за это время вес у меня уменьшился почти на 7 килограмм, а общий объем тела уменьшился на 63 сантиметра. Но на этой неделе я на вес уже не обращала внимания. Случайно вдруг я на этой неделе вспомнила, что в прошлые годы, когда наступали холода и особенно отопительный сезон, кожа у меня становилась сухой. Особенно на ногах она доходила даже до шелушения и какого-то зуда. И приходилось постоянно чем-нибудь мазать их. Но это не помогало. И на этой неделе я случайно вспомнила, что у меня сейчас нет такой необходимости, потому что у меня нормальная кожа. Также на этой неделе мне удалось немножко походить в бассейн. Я заметила, что раньше, когда я ходила, у меня все мои сеансы представляли себя следующее. То есть я плавала несколько кругов, потом отдыхала, потом снова плавала. И после 45 минут, когда я выходила из воды, у меня наступал дикий жор. Я кидалась или в буфет, или быстрее домой и срубала все на своем пути, кажется. И так получалось, что те потерянные калории, которые потеряла при плавании в бассейне, они возвращались еще с большей величиной. Сейчас же я все 45 минут плавала, не останавливаясь. После сеанса у меня было абсолютно равнодушное отношение к еде. Я ничуть не отошла от нашего режима дня. В общем, плавание принесло мне только удовольствие в этот раз. Ну, еще на этой неделе я получила такой комплимент, ради которого я поняла, что 9 недель не прошли зря. Этот комплимент мне сделал мой маленький сын 4-летний. Мы с ним шли в детский сад, утром было холодно, нам в лицо дул ветер. И он предложил: «Мама, давай побежим, чтобы быстрее». Когда мы добежали с ним до группы, он мне говорит, ну, дословно его слова: «Мама, ты стала такой легкой, ты теперь так быстро бегаешь». Ну, ради этого как бы стоило все начинать, продолжать дальше. Девчонки, приходите все к нам в проект, нисколько не пожалеете.